опять люди. Припрутся, а мы давай целый вечер с ними разговаривать. О чем? Теперь целый вечер будем сидеть, как проклятые. Да, целый вечер, как проклятые. Здравствуйте! О, как мы рады вас видеть! А вот и мы, а вот и мы. Утро, да, в троллейбусах, да. Здравствуйте! Проходите, просим к столу. Не беспокойтесь. Мы только что... Дома покушали. Дома не считается. Если пришли в гости, должны обязательно покушать. Милости Боже! Меня всегда интересовал вопрос, для чего ест человек? Мой муж философ по натуре. Мой муж тоже философ по натуре. Люди едят, чтобы жить. А вот червяк, он для чего ест? Все мужья философы по натуре. Червяк тоже ест, чтобы жить. Значит, человек все равно, что червяк? А вы в «Современнике» были? Нет, а что? И не смотрели «Голый король»? Нет, а что? Там знаете что? Он там король, мужчина, в общем, он по сцене голый пробегает. Как голый? Вот так. Голый. А по-моему, в контексте этого художника где-то не хватает подтекста. Где-то в чем-то. Да, как-то и в чем-то и где-то. А вы были на Ласкало? Как поют, как поют. И так громко. Хемингуэй лучше Ремарка. А Ремарк? Ремарк лучше всех. О, Эрих Мария. О, Кафка. О, Камю. Салинше. О, Достоевский. О, подписка на Дюма. Ну, нам пора. Посидели и хватит. Вы уж извините. Нам и угостить вас было нечем. Ну, жду, милочка. Было чудесно. У вас такая уютненькая квартирка. И гарнитур такой прелестный. Потолки 2,70, гарнитур 3,600. Набегались, пока достали. Ну, а мы такой же недавно продали. Теперь это уже не модно. Как не модно? Как не модно? А что ж теперь модно? Теперь в моде деревенский стиль. Расскажи. Нет, мы торопимся. Нужно еще заехать в одно место. Нам там обещали достать 2 хомута, дугу с оглоблями, 2 подков и натуральную завалинку с японским кондиционером. До свидания. До свидания. Спокойной ночи. Видал, как люди живут? Да. А мы что? А что? Чем мы хуже? Ничем. Отрываемся мы, Маша. От культуры отрываемся. Ну, ничего, ничего. Пахомовы достают для своей дочки кручину. Чё? Кручину на лицо.
Это сейчас такое самое модное в Париже. Выражение лица. Ну? А у нас достать невозможно. Пахомова достанут. У них везде рука. Все. Я больше не могу. Уходи, идолище поганое. Куда? Привези чего-нибудь. А чего? А я и сама не знаю. Ну? Вот и все с тобой у нас есть. Люди говорят, рожна им только не хватает. Вот и привези мне его. Чего? Ах, как я хочу, чтобы у нас в столовой на стене висело рожно. Пахомовы умрут. Здравствуйте, бабушка. Тут у вас, говорят, рожно есть. Не продадите? Здравствуй, милок. Вон я в угол хлам собрала, то пороюся, может, что и найдешь. Отрываемся мы, отрываемся. Лопухом под видом сангиен пренебрегаем. А глоблю от коромысла отличить не умеем. Где редька, путаем, на синхрофу затроны уповаем, ширу бесимся, родную речь талдыкать, кумекать перестали, кто корень, кто пустоцвет не ведает. Верно говорю, бабуся, ответь ты мне, бабушка. Давно ты этой ерундой-то занимаешься? Привез. Ну? Привез. Встречай, Маша! Свого богатыря с победой! Вот оно, рожно! Пахомовы умрут. А вот и мы, а вот и мы. В метро давка, в троллейбусах давка. Здравствуй. Проходите, просим к столу. Thank you.